начинают с России. Да еще из Сибири. Да еще из Сибири. Про нас там слагали легенды, что мы ехали 4 дня, что это там суперлюди. Я говорю, да вы что, для нас это нормально. Россия большая, всего лишь половину проехали. Ну, я заболела там. Я боялась, что вообще ничего не получится. У меня осложнение на бронхи. Да, я в поезде простудилась, когда ехали до Москвы. Вот, ну как-то так вот мы собрались с теми силами, которые у нас еще оставались, и спели эту песню. Ну и вот нам дали третье место в категории солистов. То есть мне конкретно, как солистке. Хотя без Димы я сомневаюсь, что я бы там вышла на сцену. Там очень много людей. Это был амфитеатр. Mm-hmm. То есть что-то вроде стадиона, сцена, и очень много зрителей. Там 3 или 4 тысячи человек было. Ты не испугалась, когда вышла? Нет. И увидела море глаз на тебя? Нет, я не испугалась, но потому что мои все мысли были настроены, чтобы мне нормально спеть. Господь, ты мой покров, ты меня от скорби хранишь. Твоя рука надо мной, ты меня всегда защитишь. Эй-эй, Господь, ты мой покров, ты меня от скорби храни. Ай, твоя рука надо мной, ты меня всегда защитишь. Началось так довольно интересно. Мы были очень молодые, нам было по 18 лет, вот мы дружили. И Дима решил научить меня играть на гитаре. Но все это привело к женитьбе. Мы поженились в 19 лет. У вас уже прямо опыт семейный. У нас прямо, да, семейный опыт. А кто у вас в семье все-таки главный? Конечно, муж. Конечно. Я говорю всегда много, а делает он молча, но свое дело всегда. Твердо. Ну, конечно. Так что я только разряжаюсь на том, что я что-нибудь говорю, там что-нибудь там. Так он мне дает возможность. Так вы вместе, вот вы учились? Мы учились мы в разных вузах. Я училась в Красноярском государственном университете, закончила факультет филологии и журналистики. А Дима учился в теперь уже технологической академии, если можно так выразиться, на факультете гуманитарном по классу менеджмента учился. Да, экономист. Такие мы разные.